борются с налогами. Жизнь всегда наполнена тревогами, и для нас важней вопроса нет, чем в стране наполнится бюджет. К сожалению, так уж получается, сам собой бюджет не наполняется, и в казну налоги сами не идут. Вот такой у нас нелегкий труд. Налоговая служба родине нужна. Налоговая служба для каждого важна. Чем занята налоговая служба? Нам право объяснять не нужно. Все знают, если б не она, не пополнялась бы казна. Образование, культура, строительство больниц, дорог и социальная структура – все это делает налог. У нас сегодня знаменательное событие. Мы открываем новое здание межрайонной инспекции номер 3 по Ленинградской области. Событие неординарное, к сожалению, в последнее время не так часто происходит ввод в эксплуатацию новых зданий. Для Ленинградской области это, наверное, первое здание за все то время, которое я работаю в управлении, но, надеюсь, не последнее. Как вы обратили внимание, здание действительно красивое, здание функциональное. Здесь хотелось бы вспомнить тот вклад, который внес проектировку и строительство, и начало строительства этого здания Гнедых Александр Викторович. Если бы не его пробивные возможности, его способность, я думаю, что этот проект, может быть, и был бы реализован, но не скоро. Поздравляю вас с новосельем и желаю вам успехов в дальнейшей работе. Спасибо. Спасибо. Добрый день, уважаемые гости, уважаемые коллеги. Хотел бы от всей души поздравить вас с этим праздником. Потому что ввод инспекции для Федеральной налоговой службы – это всегда праздник. Тем более в нашей службе практически около 1000 инспекций. И я вам хочу сказать, что такой красивой инспекции, которая является украшением города, у нас единицы. И хотелось бы обратиться к нашим сотрудникам. Вы понимаете, что такое здание, такие условия приема налогоплательщиков налагают на вас гораздо больше ответственности, чем было. Я действительно хочу сказать, вот мы сошли здесь в кулуарах, когда беседовали, с оценкой этого здания. Это украшение города. Поэтому с праздником вас, всего вам доброго. Уважаемые руководители и сотрудники Федеральной налоговой службы, от лица Комитета финансов Ленинградской области и от лица правительства Ленинградской области, я от себя лично, от всей души поздравляю вас с сегодняшним знаменательным событием, вводом нового здания. Федеральная налоговая служба, ваша работа обеспечивает доходы бюджета Ленинградской области. И в это сложное экономическое время Ленинградская область находится в передовиках субъектов Российской Федерации по наполняемости налогов. Это все благодаря вашему ежедневному, ответственному и качественному труду. Большое спасибо. Муниципального образования Кингисеппский муниципальный район Виктору Эвальдовичу Гешеле. Уважаемые участники торжественной организации церемонии открытия налоговой инспекции в городе Кингисеппе. Сегодня, прежде чем нас всех поздравить с открытием этого уникального здания, визитной карточки города Кингисеппа очередной, мне хотелось бы вспомнить, как все начиналось. Поэтому сегодня есть, наверное, тот случай, когда надо вспомнить. Многие годы руководство налоговой инспекции обращалось к нам с просьбой добавить помещение. Вы знаете, что мы были долгие годы хорошими соседями, что работают в стесненных условиях, что работа добавляется, у нас растут налогоплательщики, порт услуга, промзона, фосфорит и так далее.
И буквально через некоторое время Ольга Николаевна, прибегая с хорошей новостью, нам разрешили подбирать земельный участок. Мы говорим, не верим. Прошло некоторое время, мы участок этот подобрали, потому что 7-й микрорайон, вы уже прекрасно знаете, это третий объект, который открывается в этом микрорайоне, Ледовая арена. Сегодня был открыт бизнес-центр, сегодня торжественное открытие налогоинспекции, но затем была следующая череда. Нам разрешили проектировать. Мы не верим. Запроектировали. Затем нам разрешили строить. Мы говорим, не верим. Построили. Мы были очень хорошими соседями, да, Ольга Николаевна? Но это, наверное, огромная радость у нас и у Ольги Николаевны, у ее коллектива, когда мы разъехались. Мы рады, что они уехали и освободили наши помещения. Мы сможем создать достойные условия для нашего коллектива, потому что мы тоже растем. Растет экономика Кингисеппского района, растет социальная обеспеченность Кингисеппского района, растут социальные объекты, конечно, немножко расширяется и администрация. Мы гарантируем, Ольга Николаевна, что здесь будет холодная вода, горячая вода, отопление, прекрасная погода всегда, солнце. Вот, и гарантируем, что здесь будут всегда добросовестные, порядочные налогоплательщики. Мне хочется от себя лично, от администрации Кингисеппского района поздравить руководство налогоинспекции по Ленинградской области, по Северо-Западу, Ольгу Николаевну конкретно. С такой победой этот объект мы сделали вместе. И мне хочется, чтобы здесь царило всегда доброта, покой, уют, чтобы люди, которые приходят расставаться со своими деньгами, делали это легко. Дорогие друзья, еще раз, с открытием налогоинспекции в Кингисеппском районе, в городе Кингисеппе, мы благодарны всем, что этот объект в городе появился. Спасибо. Слово для приветствия предоставляется. Хотелось бы поздравить вас с замечательным событием. Мы построили здание в короткие сроки. Ну, скажу цифрами. Начали мы в ноябре 2014 года, завершили в декабре 2016. Большое спасибо хотелось бы сказать, конечно же, руководителю Федеральной налоговой службы Мишустину Михаилу Владимировичу. Потому что в текущее время выбить финансирование на строительство нового здания, вы понимаете, очень сложно. Тем более здание в небольшом городе и достаточно получилось красивым. Скажу цифрами, опять же, здание 3500 квадратных метров с оперзалом на 5 мест, с большим конференц-залом, со столовой. Поэтому всем сотрудникам, всем приходящим налогоплательщикам будет достаточно комфортно здесь работать и находиться. Желаю успехов в труде и работе. Вручается символический ключ от этого здания. Сегодня я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в строительстве этого здания. Всех тех, кто принимал решение о начале этой стройки. Тех, кто проектировал стройку. И тех, кто построил, наших строителей. Спасибо вам огромное. Отдельные слова благодарности хотелось бы сказать Гнедых Александру Викторовичу, руководителю на тот момент управления ФНС по Ленинградской области, когда принималось решение о начале строительства. Потому что только благодаря его усилиям, его напористости, его трудам эта стройка состоялась. Со дня основания налоговой инспекции в Кингисеппском районе с 1990 года мы переезжали 4 раза из одного арендуемого помещения в другое. И вот, наконец, состоялся наш 5-й переезд сегодня. Вот, и, наконец, окончательный, потому что мы обрели свой родной дом. Сегодняшнее здание, которое вы видите, оно соответствует всем нормам, которые на сегодня приняты руководством Федеральной налоговой службы. Здесь есть операционный зал с электронной очередью для обслуживания налогоплательщиков. И здесь есть актовый зал для того, чтобы проводить там обучающие семинары. Здесь тепло, уютно и комфортно. И сюда приятно идти. Здесь приятно работать. Поэтому я думаю, что нам здесь будет очень здорово всем. Спасибо еще раз огромное. Спасибо.
государству налогов соберем, тем лучше и достойнее в России заживем. Пусть порой зовут нас формалистами, мы привыкли быть кристально чистыми. Наше дело из отчетов смет выявить, что не ушло в бюджет. Мы стоим на страже справедливости, а встречают нас порой немилостью, забывают и не ждут, и не зовут. Вот такой у нас особый труд. Налогоплательщик подходит у нас к администратору зала, чтобы сориентировать, ну, тот, кто первый раз приходит. Тот, кто уже не первый раз, они уже сами знают, у нас есть электронная очередь, и там у нас есть перечень услуг, которые оказывает налоговая инспекция. Значит, налогоплательщик выбирает конкретную услугу, берет талончик, присаживается какое-то время, ожидает, значит, высвечивается табло электронное и вызывает его к определенному окошечку, ту услугу, которую он выбрал. Вот, он проходит уже к окошечку, к инспектору, и там решает все свои вопросы. Тепло, да, очень хорошо сделаны стенды, очень вообще доступные. Вот, есть специальный уголок для ребятишек, где в то время, пока мама предоставляет декларацию, вот, они могут рисовать и не отвлекать, конечно, маму. Вот из опыта того, что вот мы работаем уже, можно сказать, уже 2 месяца, ну, почти 2 месяца работаем у нас здесь, и не слышно, чтобы дети плакали. Налоговая служба родине нужна. Служба для каждого важна.